12 апреля в нашей стране отмечается День авиации и космонавтики. В преддверии праздника у памятника Юрию Гагарину, который установлен в центре города у стен Люберецкого техникума, где в свое время учился первый космонавт планеты, прошел торжественный митинг. В нем принял участие Владимир Ружицкий, а также руководители учебного заведения и учащиеся техникума. Он сказал: «Поехали!» Над землей. «Поехали!» – это слово Юрия Гагарина перед стартом космического корабля мгновенно стало знаменитым. А сам полет открыл новую эру в развитии космонавтики. 12 апреля вспомнить первого космонавта планеты на площади около Люберецкого техникума по традиции собрались жители и гости нашего города. И я абсолютно убежден, что в будущем именно Люберецкая земля даст и космонавтов, и ученых, и просто добрых, хороших и великих людей. Поэтому примите самые добрые, искренние пожелания, поздравления. Торжественное мероприятие посетила и Инна Капец, 15-кратная рекордсменка мира по полетам на вертолетах, почетный гражданин города Люберцы. И этот день, когда мы всему миру показали, что мы есть мы, вот, и с нами надо считаться. И наш Юрий Алексеевич Гагарин первый вышел в космос, а это ведь что? Экономика, и наука, и, как говорится, руки, и спроси, и про я вам скажу, и мозги. Ученики школы «Орбита» с юных лет знают, кто такой Юрий Гагарин, и чтут память о нем и о его великом подвиге. Он мужеством отчизны наделен, он бросил неизведанному вызов. Никто и никогда еще, как он, вдруг всей земле не становился близок. Завершили торжественное мероприятие возложением цветов к памятнику Юрию Гагарину, человеку первому в истории Земли, покорившему просторы Вселенной. Алина Сиразетдинова, Ольга Шевелева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.